Приветствую вас. Перед следующим видео хотелось бы сделать небольшое объявление. Курс заканчивается. Следующее видео будет заключительным. Вся логика, продемонстрированная в начале курса, полностью реализована. Но я хотел бы продолжить. И надеюсь, что есть и еще появятся зрители, которым тоже было бы интересно продолжение. На момент выпуска этого ролика я получил один вопрос. Будет ли реализован инвентарь в курсе? Я считаю, что реализация инвентаря Задача интересная. Работа с виджетами в C++ имеет свою специфику, поэтому подобное предложение мне кажется было бы интересным. Также у меня были мысли о механике массового строительства, когда при зажатом Ctrl, например, блоки выстраиваются в линию и появляются массово. Эта задача достаточно сложная, в ней будет много векторной математики. Но сама механика тоже интересная. Пока эти два варианта продолжения, которые я вижу, но могут быть еще варианты того, что реализовать дальше в первую очередь. Поэтому я сделал опрос на канале. Вы можете оставить свой анонимный голос за один из вариантов. Или написать в комментарии свои пожелания. И, наверное, к следующей субботе будет ясно, какое направление придать курсу далее.